spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена сумка S25 от российского производителя компании Aquatic. Она позиционируется как аксессуар для хранения или переноски различных дипов, ликвидов и бустеров. Однако, благодаря своим характеристикам, такой сумке найдется применение не только на рыбалке, но и при выездах на природу или пикниках. Давайте поближе рассмотрим эту интересную модель. Сумка имеет следующие габариты. Длина 33 см, ширина 24 см и высота почти 30 см. Вес составляет чуть более 1 кг. Изготавливается из современного нейлона. Такая ткань имеет несколько важных свойств. Во-первых, она прочная и износостойкая, а во-вторых, непромокаемая. Таким образом, во время осадков содержимое должно оставаться сухим. Для переноски сумка комплектуется плечевым ремнем из стропы шириной 4 см. Он не съемный, но способный регулироваться по длине. По периметру, за исключением задней стенки, находится длинный сетчатый карман с резинкой, разбитый на три части. Две симметричные боковые открытого типа и фронтальный отсек, укрытый клапаном с текстильной застежкой. В них можно хранить бобины с леской, различные инструменты и аксессуары, а также компактные упаковки с пеллетом или бойлами. На крышке мы видим отсек с простым замком, вдоль которого расположена узкая светоотражающая вставка. Кстати, собачка оснащается удлиненной тканевой ухваткой. Здесь поместятся поводки, пачки с крючками, фурнитурой и прочая рыбацкая мелочевка. Основное отделение закрыто двузамковой молнией и открывается очень широко. Внутренняя часть содержит две съемные секции. Каждая выполнена из мягкого материала и снабжена перегородками. Обратите внимание, разделители между собой крепятся с помощью ленты Velcro. Благодаря этому пространство можно регулировать под размер флаконов с ароматикой или с жидким питанием. Более того, можно совсем убрать обе вставки, получив один вместительный отсек термоконтейнера. Его внутренняя часть отделана фольгированным материалом и выполняет роль термоса. Расстегнув молнию, мы попадаем в отсек с изолирующим материалом. Отметим, что если вы решили в этой сумке переносить продукты питания, то воспользуйтесь отдельными кладоэлементами, чтобы сохранить их свежесть более длительное время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.